Ну, теперь. Вот. Я начинаю руки отставать. Видишь, я одна. Продолжайте верить в себя даже тогда, когда в вас больше не верит никто. Я Евгений Кузин, и я вернулся. Привет, братва! Сегодня будем заниматься на улице тренировкой для начинающих на брусьях. Вот такие брусья. Прежде чего хочу сказать, это главное правильно выбрать брусья. Брусья должны крепко стоять, не шататься и быть на одном уровне, не слишком широко, не слишком узкие. Вот, в общем, выбираем сегодня вот такие брусья, довольно-таки неплохие. Так, еще что сказать о брусьях. На брусьях в основном тренируются трицепсы, грудная мышца, даже передние дельты и плечевая мышца. Начинать упражнение лучше всего с разминки. Итак, сначала сейчас будем разминаться, разогреваться. На улице сегодня у нас холодно, потому что октябрь, не помню число даже, 14 что ли, да? Ну, в общем, разминаемся, все разминаться, наверное, умеете. Начинаем с шеи, только не делаем таких вращающих движений, это плохо на шейные позвонки, чтобы они друг с другом не терлись, а лучше вниз, вперед, вернее, назад, влево, вправо, вот шею, всю фигню. Потом кисти, также переходим на предплечья, на плечи и на мышцы торса, на... Ну, в общем, все, я думаю, знаете, как разминка. И, в общем, продолжаем. Короче, делаем так первый раз 10, второй раз 2 по 5, и потом 2-3 на трицепсы, и потом... Иди, на. И потом, короче... Делаем так, по такой же схеме, уже на грудь, локти разводим, ну, в ширину. То есть вот так. Блин, что ты там, блин, крутишь кругами какими-то? Блин, руки, кстати, мерзнут, блин, без этих, без перчаток. Ну, в общем, в таком же духе продолжаем. 10, 5, 5, 3, 2. Там. И чередуем по очереди. Вот, руки, грудь, трицепс. Это вот для брусьев. А потом уже в конце посмотрим. Руки мерзнут. Ребят, вот чем полезны тренировки на улице. Как в качестве примера. Вот шел человек, вообще я его не знаю. В серьезной одежде, шел на работу или в обеденный перерыв, увидел, что я занимаюсь, да и говорит, тоже попробую. Вот. Так что тренировки на открытом поле, они очень облагораживают людей, да? Да. Как вам вообще занимаете? Ну, вообще профессионально. Погодка хорошая, да? Ну, не очень холодно. А чем профессионально? Ну, вообще волейбол, настольный теннис, бег. На 3 километра только. А, ну это как он, не спринтерский, или как он называется? Да, спринтер. Спринтер. Ну, так что все нормально, погодка хорошая. Ну, прохладит, конечно. Тренировка идет полным ходом, да. Так что ждем велосипедистов. О, все, я украл велосипед. Я еду домой. По дорогам. Оп. Так что вот так проходят тренировки на открытом улице. Извините, если где мало чего снял. Дальше будет поподробнее. Это просто пробная была, как покажется. Так что до скорых встреч. Пока, ребят.